станция Златоуст. Здесь хоть и город, но стоянка короткая, поэтому даже не выпускают. Там гора такая. С той стороны вагона тоже. Много домов и даже высоких. Здесь вот как-то вот так. Гора поверх вагонов. Вот тоже видно, что это восточный склон Уральского хребта, потому что дорога идет на снижение по склону вниз уже.